Михаил Задорнов. Я отдыхал в этом году в Доме отдыха и попал в день заезда отдыхающих, когда проводится традиционно беседа директора Дома отдыха с приезжими. Я пошел на нее, понял, как только директор сказал первые три фразы, я понял, что за ним надо записывать. Потому что говорил он примерно так: товарищи, отдыхать в нашем новом комфортабельном Доме отдыха вы должны особенно культурно, потому что он был сдан комиссии досрочно, на 2 года раньше, чем построен. Итак, прежде всего о номерах. Номера, товарищи, у нас новые, просторные, комфортабельные, каждый на 12 койко-местов. Поэтому в них категорически запрещается курить, сорить, ходить, разговаривать, учитывая хорошую слышимость между номерами, а также их плохую проветриваемость из-за отсутствия окон, которые строители в торопях сделали не наружу, а между номерами. И еще, поскольку строители не во все номера успели врезать замки, уходя из номера даже ненадолго, все вещи берите с собой. Вот тут интересуется, будут ли выдаваться полотенца. Могу обрадовать, у нас есть своя новая комфортабельная прачечная. Однако, поскольку она встала на капитальный ремонт раньше, чем была построена, полотенца будут выдаваться строго регламентированно. По одному вафельному на 1 номер, по 2 махровых на 3 этажа. Вот я вижу возмущенные лица, мол, а как же им вытираться? Могу успокоить, товарищи, вытираться вам вообще не придется. Потому что вода в наших обоих 18-этажных корпусах поднимается не выше подвала, и то весной. Теперь о лифтах. Обрадую, лифты, товарищи, у нас новые, просторные, комфортабельные. Однако, поскольку они не подошли по размерам к нашим шахтам, вы легко можете увидеть их отсюда из окна, вон они стоят во дворе. Правда, это не все лифты. Из некоторых мы по-хозяйски сделали пляжные раздевалки. Вот только раздеваться в них никому не советую. Автоматические двери заржавели, не всегда срабатывают. В результате в каждом из них сейчас находится по одному отдыхающему, оставшемуся с прошлого заезда. Товарищи, конечно, вы все мечтаете здесь похудеть. Этому немало будет способствовать наша новая, просторная, комфортабельная столовая. Строительство, которое будет начато, может быть, в будущей пятилетке. Пока же готова только котельная для нее, в которой мы все и будем есть в 7 смен. Первая смена в понедельник, вторая во вторник. А поскольку котельная пущена еще не на полную мощность, есть будем вместе из одного котла. А вот переедать и болеть, товарищи, никому не советую. Помните, врач в нашем Доме отдыха только один. К тому же молодой специалист, окончивший недавно на тройке Воронежский политехнический институт. Товарищи, в нашем Доме отдыха вас ждут различные увеселительные мероприятия. Дискотеки, праздничные уборки территории. Спортивные состязания по новым видам спорта, таким как плавание в мешках с закрытыми глазами. Ну вот и все, и все. Если кому-то что-то не нравится, можете написать жалобу. Обещаем вам, что все ваши жалобы будут немедленно рассмотрены, а сами жалующиеся оставлены для отбывания повторного срока.